В этом году теневые навесы установят в 47 детских садах Владивостока. Частично работы уже выполнены, однако в некоторых учреждениях сдача объектов задерживается. С проверкой выехал мэр города Константин Шестаков. Мы посмотрели те работы, которые коллеги уже пытаются сдать нам. Ну, вот видим, что есть серьезное, на мой взгляд, замечание. Техническое задание, которое было изначально заложено нами, подрядчик не соблюдал. Сейчас мы ему выставим эту фактическую претензию, дадим срок на устранение. Срок на устранение — будущая неделя. В случае, если таких фактивных шагов по изменению ситуации на площадке и исполнения работ не будет, я дал поручение до конца будущей недели профильному заместителю главы расторгнуть этот контракт. У нас есть достаточно времени для того, чтобы повторно провести закупочные процедуры и исполнить поручение в срок. Замена теневых навесов в детских садах, как и ремонт и строительство пришкольных стадионов, стали возможными благодаря поддержке губернатора Олега Кожемяка. Городу было выделено дополнительное финансирование из бюджета региона. Анна Дьякова, новости на Восьмом.